67-й день ежедневника, светит солнышко, и сегодня 8 марта, золото, я тебя поздравляю. Это очень показушно, на камеру, как бы, вы же понимаете, что я ее уже 150 раз поздравил, но все равно приятно. Сегодня 8 марта, девчата, я вас всех поздравляю. Будьте счастливы, радостны, веселы, положительны. А мы едем завтракать, и сейчас всех девушек, которых будем встречать, будем поздравлять. Сегодня, 8 марта, я решила не водить байк. Сегодня меня будет водить вот этот джентльмен. Решила. Решила. Сережа, а можно ты будешь меня катать? Что у нас? Спокойный океан. Я еще не похоронил идею найти турники где-нибудь здесь, на Бали. Поэтому мы доехали до океана и хотим посмотреть, потому что ребята знакомые сказали, что здесь где-то поблизости на пляже есть турники. Но из того, что есть, пока есть стрекоза у меня на руке. И сегодня супер спокойный океан. Просто неимоверно. Я такого спокойного океана, наверное, вот с момента, как мы сюда приехали, вообще ни разу не видел. В этот день, 8 марта, я желаю вам тепла и цветов, подарков, и весеннего добра. Что это за говно, которое я вспомнил, я не знаю, но вот такой вот стих. Хороший. Мы отправляемся в сторону Букита. Что такое Букит? Букит — это одна из частей Бали, я это называю таким местным Крымом. Там есть точка, в которой мы однажды, в самый первый раз, когда мы приехали на Бали, мы там встречали закат. И сегодня банда людей собирается на то, чтобы встречать там снова закат. Так, мы подъехали за кальянчиком. У нас тут есть кальянчик Саша. И мы в каком-то секретном месте, короче, потому что здесь закупаются сами кальянчики для ресторанов. И здесь, нормальный прайс. Да? Короче, дело к ночи. По прошествию огромного количества времени мы добрались до очень крутого места. Это называется Джимбаран. А в чем крутость места? Это самый, наверное, большой здесь местный рыбный рынок. У него есть две отличительные особенности. Первая из них — это огромный выбор рыбы. Вторая из них — это просто самый мерзкий запах, который вы можете себе представить. Вот прям очень плохо. Оп. Проходим. Короче, нет, кстати, я был категорически неправ. Либо мы не в центре этого всего изобилия, либо, короче, запах нормальный абсолютно. Не знаю, что все ходили. Я думал, что будет прям, потому что вот такие креветули разного размера абсолютно. Вон, смотрите, можно вот сравнить вот с мою руку. Меньше моей руки, там еще меньше. Оп, вот мидии, вот устрицы. Саня взялся, короче, провести гайд по тому, как выбирать креветки. Короче, чуваки, смотрите, вот эти креветки брать нельзя. Они мутные, короче, им пиздец. А вот если такие тигровые, короче, вот такой цвет контрастный, значит, их брать можно, они свежие. Окей. Воу. Это омары. Так, это крабы. О, осьминоги. Самый крутецкий рыбный рынок, на котором я вообще в своей жизни был. И, в принципе, это выглядит очень клево. Но стоит сюда еще раз приехать. Но у Сани есть гриль дома, поэтому мы сейчас затариваемся креветками, едем на закат, и после этого едем на гриль. Мы забыли у них лед единственное взять, чтобы вы знали. И вот наше приобретение. Вот это рыба, а вот это креветки. 3 килограмма свежайших морепродуктов за сколько? За 2000 рублей. Короче, какой прикол? Прикол следующий. Вы берете рыбу на рыбном рынке, после этого заезжаете вот в такое кафе и оплачиваете только приготовление. Они, соответственно, за там абсолютно символические деньги готовят вам рыбу. И вы сидите вот так вот на закате, смотрите на волны, которые со всей силы просто бьют. И мы отправляемся обратно к столу, перекусываем и выдвигаемся, чтобы успеть словить солнышко, которое зайдет. А мы окажемся вот там, вот на краю вот той вот части острова Бали. Так, что, собственно говоря, у нас здесь происходит? Ситуация выглядит следующим образом. Мы пропердонились, ни на какой Sunset Point Улувату мы не попали, потому что во временных организационных вопросах мы просто лохи, которые все проебали и никуда не успели. Вот и вся простая история и правда жизни. Но мы можем еще это успеть нагнать,
Тогда мы едем сейчас к Саше на руфтоп, то есть на крышу, в его новые апарты, куда он переехал. И там будем жарить креветки, отдыхать, петь песни под гитару и наслаждаться теплым вечером 8 марта на Бали. Я, короче, подошел, а тут что-то происходит. Спасибо. Теперь у меня будет очень много риса, и будет расти везде рис, и меня осветили. Так, и вот он, руфтоп, конечно же, за моей спиной, вон там Four Points by Sheraton, магазин, ничего не видно, напротив вилла светится, вдалеке виднеется Денпасар. Вот такое классное место на крыше. И мы сейчас будем отдыхать, получать удовольствие, общаться. А мы так и не доехали до точки, где мы планировали встречать закат. Встретили его в другом месте. Пальцы вверх. Завтра ежедневник снова будет с вами. Я вас всех обнимаю. Хорошего настроения, позитива. Палец еще раз вверх. Пока-пока.